Привет всем! Меня зовут Оля, я учусь в Харбинском политехническом университете. В этом видео я хочу вам рассказать о погоде в Харбине. Без паники, тут не так холодно, как вы думаете. Хотя где-то в октябре, когда не было отопления, мы именно так и сидели. Хотя, наверное, правильнее будет сказать, я так сидела. Но это, пожалуй, зависит больше от человека. Я просто мерзлявая, да и в городе у меня теплее, чем в Харбине. Как-то раз спросила китайца, который приехал сюда с юга: «Ну, тебе, наверное, здесь холодно, неуютно, непривычно». Он такой: «Нет, мне здесь больше нравится, потому что у него дома в городе нет отопления, и получается, что в помещении такая же температура, как и на улице, а в Харбине хоть в общежитии можно согреться». Зимой температура опускалась у нас примерно до минус 20, но обычно где-то минус 10, минус 15. Снег выпал примерно за 2 недели до Нового года. Вы поверить не можете, какая это была радость. На самом деле первый снег выпал еще в октябре, но он в тот же день растаял. И вот до этого вообще снега не было вообще. На дворе уже середина декабря, и только снег появился. Но никто не знает, с чем это связано, потому что обычно снег появляется уже в октябре. Чтобы холод не проникал в помещение, вешают порой такие шторки. И иногда получаются настоящие лабиринты. Напоследок хочу сказать, что бояться Харбина из-за холода точно не надо. Наоборот, это даже плюс, потому что если тебе холодно, то ты можешь надеть одежду, а если тебе жарко, ты с этим ничего не можешь поделать.